Каждый год в Москве чествуют отважных людей – спасателей, пожарных, медиков. На торжественной церемонии награждения победителей фестиваля «Созвездие мужества» побывал и мой коллега Дмитрий Ковалев. Выйти на эту сцену более чем почетно. В течение года в каждом регионе страны чествуют тех, кто совершил настоящий подвиг. Лучших из лучших затем награждают в Москве. Кризисные психологи, водолазы, горные спасатели, пилоты. По традиции финалисты собираются здесь, в Академии МЧС. Ольга Климова приехала сюда вместе со своим четвероногим коллегой. В этот день она получила статуэтку лучшего кинолога страны. Ольга и Нюша работали даже в зоне боевых действий в Беслане и Чечне. В этом году у нас случилось радостное событие, потому что вот прошлой зимой у меня моя собачка сама по себе нашла человечка в снегу. Вот, и позволила отцу вернуться домой к своим деткам. Ну, замерзал человек в сугробе, просто не дойдя до дома. Справляются наши собачки всегда, и не только моя собачка, а собачки всего нашего подразделения. Они работают с точностью очень хорошего инструмента. В Чувашии имена героев огласили еще в конце октября. Заслуженные награды тогда получили не только спасатели, но и добровольцы. Без них, отмечает министр чрезвычайных ситуаций, сейчас невозможно обойтись. В этом году органы управления и подразделения РСЧС спасли больше 245 тысяч жизней. Рука об руку работали наши профессиональные подразделения МЧС России, подразделения Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения и других федеральных структур, а также органы управления и силы субъектов Российской Федерации. Высокой оценки в этом году заслужили экстренные службы региона. Недавно республика прошла испытания ледяными дождями. Помощь людям удалось оказать своевременно. Последствия аномальной погоды ликвидировали за неделю. И в дальнейшем наша задача безопасность всегда обеспечивать. Какие есть внутренние силы резервы, всегда максимально их использовать. И чтобы в нашей жизни, в наше мирное время, в нашей обществе вот этих бед было все меньше и меньше. Для этого мы принимаем соответствующие решения, совершенствуется законодательная база. Организаторы отмечают, что конкурс «Созвездие мужества» уже превратился в масштабный общественный проект. Здесь чествуют и журналистов, которые освещают работу МЧС. В следующем году фестиваль приобретет статус международного. Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Республика. Из Москвы.